Всем хай-икс, с вами DarkX, и сегодня мы с вами в Mortal Kombat Mobile будем проходить 20-й бой в Кошмарной Башне, а именно это первые два босса в Кошмарной Башне, босс-слэшер Джейсон Вурхиз и босс Темный Рейден. Значит, как вы видите, вот у меня такая команда золотых персонажей получилась, и я им еще поставил интересное снаряжение. Данный ролик записывается на моем новом телефоне Poco X3 NFC, так что теперь у нас графончик будет получше и лагов быть не должно. Если вы не знаете, что это за телефон, то посмотрите предыдущий ролик, где я подробно о нем рассказал. Значит, такое вот снаряжение я поставил Sony. Меч для повышения критического удара, шлем Шаукана, еще повышение критического удара. И значит, снаряга из Кошмарной Башни, считалочка, она дает бонус к урону от критического удара. То есть у нас криты будут и будет бонус к ним. Увеличение урона в Кошмарной Башне и ХП. Эту снарягу я, кстати, получил за проигрыш в четвертом бою в Кошмарной Башне. Это никакая не накрутка, честно, я заработал это снаряжение. Значит, Скорпиону еще я поставил. А поставил я ему Тигровый Глаз Кентара. Увеличение урона. Лицо Биханя получил за победу в 8-м бою в Кошмарной Башне. И Мрачная Сущность, это бонус к заряду силы. Ну а Саб-Зира, конечно же, уже я поставил то, что осталось. Ледяные кинжалы, родное снаряжение для Саб-Зира. Дальше тактический жилет и связанный демон на бонус к заряду силы. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы прямо сейчас поставили свой лайк под этим роликом. Ну а также подписались на мой канал и нажали колокольчик. Подписка, колокольчик, и вы будете самыми первыми узнавать о моих новейших роликах. Ну а теперь давайте переходить к бою. Также у нас тут стоят модификаторы. То есть нужно, противники получают иммунитет длительному урону. Победите, пока время не истекло. И снаряжение, которое носят противники, невозможно уничтожить. А вот теперь идем в бой. Так. Надеюсь, получится у нас с вами. Оп, криты пошли, вы видели? Класс. Может, мы не с первой попытки убьем, но все равно. Наверное, точно не с первой, реально. Так. Первый спецприемчик. Смена. Так. Опять. Меняемся на Саб-Зира и делаем заморозку. Но, блин, он, конечно, под блоком был. Вот бы набрать рентген на каком-то персонаже. Так, меняйся, меняйся! Блин. Так. Он под блоком был. И опять под блоком. Так. Да, живучие они, конечно, реально, даже очень живучие противники. Надо тянуть время, чтобы Саб-Зира набрал нас рентгенчик. Надеюсь, получится. Ну, я думаю, вы поняли, что с первой попытки у нас не выйдет. Ну, надо максимально нанести урона противникам. Ой. Жесткий, конечно, слэшер. Метки смерти у меня нету, так как это, так сказать, новый аккаунт. Тянем время. Если Саб-Зира наберет рентген, будет очень классно.
Ой, все. А, время вышло. Блин, дотянул я время, конечно, эх. Ладно. У нас, конечно же, еще есть попытки. Еще у меня есть души. Ну, бой 100% мы этот с вами пройдем. Просто, ну, не так быстро, как хотелось бы. Так, надо Соню не потерять. Блок, блин. Да чё, вот это у него криты жесткие. Так, Соня, давай криты ему наноси. Я как блок ставлю, так она его не ставит. Давай. Меняемся. Есть. Надо Соню подлечить немного. Так, ну чё, Рейден, притянем тебя, можно так сказать. И заморозим. А, успел блок поставить. Так, хорошо, у нас первый спецприем практически бесконечный. Давай, Саб-Зиро, тащи! И теперь за Соню второй спецприем. Ой, блин, а он второй использовал. Давай, скорпиончик. Так, меняемся. Здесь второй. Так, ну здесь пассивка сработала. Не, одубил он все. Так. Ну, блин. Уже видно, что мы с вами пройдем этот бой 100%. Переходим к следующей попытке. Так, попыточка номер 3 у нас, так сказать. Так, когда он должен открыться? Он дамаг наносит, потом открывается. О, блин, он не открывается, нифига. Первый спецприем. И меняемся на скорпиона, все. Так, а, свалил. Меняйся, меняйся, есть. Тут за счет Саб-Зиро можно долго замораживать, если нас не убьют спецприемом. Так. И за Соню первый спецприем. Убить Рейдена. Затыкать слэшера надо. Ой, нет. Опять он под блоком. Меняйся, меняйся, есть. Опять спецприем. Может, мы его сейчас убьем. А, я же про воскрешение забыл, да?
То есть у нас в каждом бою будет вставать по два раза. Так. Ну, надо хотя бы нет. Вынести Рейдена, вот. Есть. Есть, у слэшера осталось минимум хп, Рейдена уже нету. Я думаю, теперь будет полегче. Так, начинаем под блоком. Блин. Когда я блок поставил, он вообще бить не захотел. Так, давайте его первым с приемчиком. Есть. Итак, он встает. И дамажим его. Сваливаем. На скорпиона. Ё, блин, он и скорпиону спецприем сделал. Так, есть. Отлично. Комбо-удар пробили. Спецприем опять. Так. Заморозочку. Так, есть. Меняемся. Есть. Ура. Оп. Так, это он последний раз воскрес. Меняемся на Саб-Зира теперь. На Скорпиона. Надо Соню подлечить. Так. Бьем его. Первый сесприем, ну. Не убивай. Есть. В смысле? Он третий раз воскрес? В чем прикол, как он три раза воскрес? Он раз сдох, второй раз сдох и третий раз. Ну. Так и снаряжения тут нету, чтобы он три раза воскрешал. Дважды написано. Или я ошибся? Так нет. Мы его убивали. Ну. Дичь какая-то. Давайте еще раз попробуем. Так. Вот. Раз он воскресает. Спецприем делаем. И сваливаем. Делаем спецприем. Сваливаем сюда. И замораживаем его. Есть. Так, второй раз. Вот он у нас встает с вами второй раз. Давайте бьем его льдом, сваливаем опять. Так, не понял.
Надо блок ему сбить, блин. Сваливаем. Вали, Соня, убегай. Есть. Он все время под блоком, смотрите. Задолбал, как он все время под блоком стоит. Вот. И он встал третий раз. То есть видно, да, тупо команда на этом новом аккаунте у меня не тянет. Как вы видите, у нас сегодня не получилось до конца добить боссов. Но мы обязательно к этому вернемся. Я прокачаю персонажей, и мы с вами убьем этого Джейсона Вурхиза. Так как видите, аккаунт новый, команда не может убивать боссов в этой кошмарной башне. Ну а с вами был DarkX, всем пока!